Ваше здоровье в ваших руках, считает Ольга Магометова. Прививка от коронавируса – дело добровольное, но отказываться от нее не стоит. Тем более делают в поликлиниках вакцину бесплатно. Прививка – это здоровье. Это ответственность за себя и за близких. Поэтому надо прививаться. Только в 15-й городской поликлинике привились больше 2500 пациентов. В первую очередь вакцинируют тех, кто находится в группе риска. Активно приглашаем на вакцинацию. Это медицинские работники, это социальные работники, это педагоги, то есть это образовательная система, это система транспортников. Значит, и наши пациенты, это хронические пациенты, которые наблюдаются, стоят на диспансерном учете. При обращении в лечебное учреждение осматривается пациент врачом обязательно, и врачом уже устанавливается наличие или отсутствие противопоказаний по вакцинации. Уже на следующей неделе в регион поставят дополнительно 24 тысячи доз препарата, а к концу месяца еще 22 тысячи. Записаться на вакцинацию можно дистанционно на портале госуслуг или позвонив на горячую линию по номеру 122, а также по телефонам поликлиник. На госуслугах появился специальный раздел «Лист ожидания». Даже при отсутствии электронного расписания люди могут оставить заявку на вакцинацию. И как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на процедуру. Лариса Шалафаст, «События».